На занятия по борьбе ходит все больше девушек. Интерес их легко объяснить. Вдруг кто-нибудь нападет на улице. Но какой же вид борьбы выбрать? Мы советуем хапкидо. И сейчас вы поймете почему. Хапкидо представляет собой симбиоз техник высвобождения, удержания, проведение контратаки, бросковых техник, ударных техник. Очень много техник работает с ногами, поскольку это корейский вид, как любой корейский вид, включает в себя разнообразную технику ног, прыжковая техника. То есть достаточно сложно даже для такого вида, допустим, корейского, как тхэквондо. Занятие начинается с дыхательной гимнастики. Она поможет вам сконцентрироваться и настроиться на тренировку. Правильное дыхание пригодится и при выполнении приема высвобождения. Теперь вот движение. Фиксация. Вот сейчас он совершенно свободно стоит. Я пальцем беру. Он садится. Дальше. Даже фиксация. Хапкидо адаптировано для изучения. Получить первый черный пояс или первый дан ученики смогут уже через 2-3 года тренировок. Желтый пояс обозначает, что перед вами новичок. И все-таки этим девушкам не стоит попадаться под горячую руку. Поскольку этот вид, он более относится к голове, то есть не столько на физическую силу, сколько именно на понимание того, что ты делаешь. То есть это для взрослых людей, все-таки он не игровой. В отличие от того же тхэквондо, которому можно преподавать там с 3 лет, но вот дети нормально воспринимают, его тяжело преподавать детям, но в Корее дети обучаются. Название ударов и стоек тренер говорит по-корейски. Чарет – это смирно, кёне – поклон, баро – окончание упражнения. Уже через пару месяцев в вашем словарном запасе будет несколько десятков корейских слов. Удары хапкидо идут, начинаются прямо с самого низа. Боковой удар ёпчеги, то есть он тоже применяется также в колено первый, потом идут в живот и в редких случаях в голову. Весовая категория противников не имеет значения. Сложнее всего бороться, если ваш соперник – хрупкая девушка. Ее, конечно, легко бросить, но заломать и зафиксировать очень сложно. А вот крупные мужчины сдаются быстрее всего. Хапкидо не применяется как такового удара вот из разряда кулаком в лоб, да? Но вот такого нет. То есть себе с кулаком, то чаще всего это, допустим, сустав пальца, точечный удар. Он применяется по ребрам, подмышкой, либо пальцами при захвате сюда, да, на вот цашке. Вот. Я отвлекаю его. Он очень жестко меня держит. Я отвлекаю его ударом пальцем подмышку. Хапкидо – очень травмоопасный вид боевого искусства. Соревнования проходят только в Корее. Да и то, они носят экспериментальный характер. Хапкидо – это техника превосходства над противником. Если вам кажется, что ситуация уже безнадежна, на помощь придут приемы хапкидо. Их должен знать каждый.